сожалению, не получилось праздник, все равно всех с открытием сезона настраивались на борьбу, понимали, что достаточно будет нам нелегко играть в такие погодные условия. У нас все-таки более легкая команда, нужны скорости, но мы пытались приноровиться к покрытию, старались за счет фланговых атак ускорять, если в первом тайме достаточно неплохо получалось там менять направление атакующих действий, быть четкими в передачах, на мой взгляд, более-менее надежное в обороне. К сожалению, второй тайм показал, что не готовы оказались вести вот этот накал борьбы, безобразно сыграли, на мой взгляд, в обороне. И не ярко, скажу так, и невыразительно в атаке уменьшилась точность передачи и увеличился брак, вследствие чего соперник легко сами отдавали мячи и позволяли делать точные передачи за спину нашим защитникам. Коллеги, ваш вопрос. Я, например, хочу поздравить с возвращением. Спасибо. Восточная пословица гласит, если в начале пути неудача, путь будет хорошим. А будем надеяться. Да. Есть самое главное. Да. Я понимаю, выделять не так, в общем-то, удобно, но хотелось бы тройку лучших наших игроков. Знаете, мой принцип, вы сами не первый год в футболе, разбирайтесь, вы сами видите, кто лучше, кто немножко хуже. Не хотелось бы делить, проиграли сегодня командно, и очень все расстроены, действительно хотели победить, хотели дать хороших положительных эмоций своим болельщикам, так что выделять никого не буду и ругать, кроме себя и тренерского штаба, где всю ответственность беру прежде всего на себя, на наши решения. Так что надеюсь, действительно, тереблинкомом и дальше получится более продуктивно. И со своей стороны обещаю, что получится более продуктивно. Сказалось на настроение, что мало народу совсем? Конечно, готовились. Все-таки первая игра, открытие. И действительно очень тяжело играть при полупустых трибунах. И эмоционально тяжело. Оправдали надежды Касьян? Пока на данный момент достаточно неплохо смотрелся. Ту функцию, роль, которую ему в этой схематичности определяли, он старался выдерживать на протяжении всего матча. Александр Александрович, ваш коллега Александр Михайлович Побегалов сказал, что перед ним стоит задача сделать команду в течение 10-12 туров. Насколько вы считаете, спаянный, как единый коллектив «Авангард» сейчас, на сколько процентов? И сколько вам надо туров, чтобы выйти на оптимальный уровень? Знаете, не знаю, сколько тренер Шиника отмел, вы сказали там. Действительно, сейчас очень сложно. Всегда в старте все стараются играть силовой футбол, много борьбы, много агрессии и много накала, где-то нивелируя какие-то комбинационные действия. Я бы не сказал, что очень много нам надо, у нас достаточно, не очень сильно обновился. Да, пришли новые люди, нужно время на притирку и вот этот короткий отрезок на подготовку. К сожалению, не смогли наиграть то, что хотелось бы. Надеюсь, сейчас в процессе, не буду загадывать, сколько туров. Надеюсь, все-таки покороче это будет, чем 10-12 туров, чтобы мы нашли те точки соприкосновения, взаимодействия в игре, в группах, в команде, в индивидуальных действиях, чтобы все-таки достигать положительных результатов. Бросилось в глаза, что массу ошибок защитники натворили. Конечно, счет мог быть и перегладен. Да, я уже сказал, очень безобразно второй тайм. И вроде игроки остались, и защита так. Даже усилился сильно. Да, если брать усиление, все-таки сказалась недостаточная резкость этой пары защитников, проигрывали. Может быть, накопилась усталость в связи с покрытием. Но реально, детские ошибки, которые приводили к такому большому количеству моментов, надо быть объективным во втором тайме. Спасибо вам.